Стихию воды он укрощает с помощью огня и пары нехитрых инструментов. Электрогазосварщик участка шламового хозяйства рудообогатительной фабрики Олег Чепляев ежесменно следит за исправностью оборудования подразделения и устраняет неполадки. Сварить металл любой толщины, любой конфигурации ему под силу. Руководители подчеркивают, они доверяют специалисту самые сложные задачи, не сомневаясь, все будет выполнено как надо. Электрогазосварщик участка шламового хозяйства рудообогатительной фабрики Олег Чепляев, рассказывая о своей работе, шутит. Благодаря ей он ежедневно проходит через огонь, воду и медные трубы. Вместе с коллегами следит за состоянием оборудования, проводит профосмотры, устраняет неполадки. Поменять насосы, отремонтировать, поменять трубы, заварить. Где-то, если что-то где-то проносило, поставить латку. Ну, работа сложная, своеобразная такая. Тут с водой все связано. Чтобы не было протечек, чтобы все было герметично. Олег Евгеньевич признается, уже в школьные годы определился с будущей профессией. Он вырос в семье металлургов и решил, обязательно станет продолжателем династии. Пришел я сюда в 88 году, в августе месяце, после армии сразу. Здесь у меня работал отец экскаваторщиком. Посоветовал, я его послушал и пришел. До сих пор здесь работаю. Здесь очень интересно, мне понравилось. Потому что у нас несколько объектов, мы не на одном месте. Сегодня здесь, завтра у нас получается 4 насосных. Ручная дуговая сварка различной сложности аппаратов, деталей, узлов и трубопроводов. Электрогазосварщик 5-го разряда со всеми заданиями справляется легко. Любое дело горит в его руках. Человек более чем опытный, 33 года он уже на данном рабочем месте, поработал в разных организациях. Когда образовалась УСК, уже перешел в бригаду по ремонту непосредственно участка шламового хозяйства, СХРО. Человек той квалификации, человек того разряда, которого мало где сейчас найдешь. Является Олег Чепляев и наставником для молодых специалистов. Профессиональные навыки, любовь к труду пригождаются ему и вне работы. На балконе пол сделал, в саду баки сделал. Трубы меняю, варю сам, соседям помогаю. Знаешь, что я сварщик. Бегут, помоги, привари. По итогам месяца Олег Евгеньевич стал лучшим по профессии. Руководители уверены, все благодаря его гиперответственности. Он никогда не отвлекается от дел, даже если поводов для этого немало. День съемок сюжета совпал с его днем рождения. Специалист оба события отметил оперативным выполнением поставленных перед ним задач. Евгения Салахутдинова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.